Всем привет! Очередной ужин, не могу не поделиться. Ой, суши. Любые. Это я даже не знаю. Это тортилья. И в общем, вкусно. Паста, макароны с любыми наполнениями. Рис. Мясо, говядина. Курица. Ой, это что-то прям такое чили. Не знаю даже, что это такое, но, в общем, наверное, очень вкусное. Это еще одни овощи. Это вареная индейка. Это кебаб с баклажанами, крылышки барбекю, это овощи гриль, очень вкусно, пожалуйста, это рыба на гриле, сегодня такая рыба, это креветки, котлеты по-итальянски. Очень вкусно. Очень вкусно. Здесь. А здесь вот это прям вот такое овощное что-то. Это запеченная рыба. Ой. Китайские спринг-роллы. Картошка. Это овощное рагу. Пюре, индейка. Ой. Ну, в общем, это что-то диетическое. Опять. А можно еще раз? А можно еще раз? Да, вот этот замечательный повар, который готовит вот эту, вот эту, вот эту, вот эту штучку всякую вкусную. Так, это часть овощей. Основная часть в корпусе. Так, и здесь... Ой, я не могу мимо пройти, потому что томатный суп – это мой любимый. А это суп из чечевицы. Старается, старается. Прям какая красота. Какая красота. И опять куча мороженого всякого. А это уже детский набор всяческих вкусных продуктов. Детишки сами подходят, наливают, накладывают. Вот даже здесь тарелки такие специальные, не бьющиеся. Но я продолжаю. Я буду вас дразнить каждый день. Уж извините. Что вы успеваете следить и видеть всю эту красоту. Боже, вот это все холодненькое. И такое все вкусненькое, и все такое правильное. И, конечно же, сладкий стол. Сегодня что-то прям какой-то стол Барби, наверное. Сегодня все в розовом цвете. Ой, какая красота! Тут вообще глаза разбежались. Не знаешь, тут... Слушайте, ну прям... Ну как-то так. Это фрукты. Чуть не забыла еще один стол. Ну, в общем... А здесь уже клубника, черешня. Всякой вкусноты. Я пошла есть. Слюни текут.